Около 5 утра на улице Аэродромной активисты ночного патруля заметили иномарку, водитель которой вел себя подозрительно. Информация о нем была передана дежурному экипажу ДПС. Уже через несколько минут инспекторы обнаружили автомобиль. Требование остановиться водитель легковушки проигнорировал. Началась погоня. В какой-то момент иномарка остановилась, но уже через несколько секунд водитель продолжил движение, едва не сбив полицейского и чуть было не столкнувшись с патрульным автомобилем. Погоня продолжалась недолго. Автомобиль нарушителя удалось блокировать. При задержании мужчина оказал сопротивление. На вид у задержанного были все признаки опьянения. Вы куда ехали на машине? Никуда не ехал. Присутствие ты понятых? Спрашиваю вас, вы согласны пройти освидетельствование? Он отказался, слышали, да? Данный мужчина управляет транспортным средством 2004 года. За различные нарушения правил дорожного движения он привлекался 19 раз. В основном это были нарушения, связанные с превышением скоростного режима. В настоящий момент, как я уже сказала, в отношении данного водителя составлен административный протокол, и ему грозит санкция, административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение специального права управления сроком до 1,5 лет. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События.